Привет, друзья. Это Навальный. Я пошутил, конечно. Вы тоже догадались, что это не Навальный. Да, я являюсь азербайджанским активистом-блогером. Я это видео снимаю в поддержку Алексея Анатольевича Навального. Друзья, все международная организация по правам человека как-то пытаются говорить российским властям, чтобы отпустили Алексея. Но пока не получается. Алексей Навальный для меня является политзаключенным. Я ни в коем случае не вмешиваюсь в чужую страну, в политику чужой страны. Но для меня каждая человеческая жизнь ценная. И Алексей Навальный для меня является символом свободы в России. Я знаю, что такое рисковать своей жизнью. И жизнь своих близких ради своего народа. Алексей неоднократно рисковал своей жизнью за вас, за своего народа. Поднимайте пятые точки и поддержите Алексея Навального.